Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам предлагаю сделать вот таких вот зайчат. Для этого нам понадобятся с вами салфетки, желательно тканевые, потому что если делать из бумажных, то зайчишки такими объемными не получаются. А тканевые салфетки должны быть обязательно квадратной формы, большего или меньшего размера, это как вы хотите. Нам понадобятся еще резинки, ножницы, карандаш или фломастеры, это как вам будет удобно, и клей. Вот у меня есть три зайчишки, я им сделаю еще одного друга или подружку. Возьму салфетку вот с такими забавными кексиками. Салфетку надо положить на стол, так будет удобнее работать. Положить ее ромбом. Зрительно найти середину. И к этой середине с одной стороны и с другой стороны сложить салфетку. Вот наши две половинки встретились приблизительно посередине. Затем я одну сторону накладываю на другую и складываю пополам. Чтобы моя салфетка не разбегалась, я возьму резинку и на небольшом расстоянии от низа зафиксирую свою салфетку. Несколько раз будет достаточно. У нас получилось... Ой, зацепился краешек. У нас получилось с вами туловище и как будто бы ушки. Но пока еще нет головы. Я беру наши ушки, слегка разворачиваю и отгибаю назад. И чтобы мои ушки теперь остались сзади, мне понадобится еще одна резинка. С помощью этой резинки я зафиксирую ушки и определю голову. Теперь можно ушки поднять кверху. У меня получился на одном ушке бантик, так как это была салфетка для кухни, чтобы можно было вешать на крючок. Там была петелечка. У нас получился бантик. Значит, голова, ушки и туловище нашего зайчика есть. У одного моего зайчика есть глазки, у других нет. Вы сами как хотите. Если хотите наклеить глазки, наклейте их. Если нет, значит нет. Можно воспользоваться готовыми глазками, но я их нарисовала на небольшом листочки бумаги с помощью карандаша. Потом вырезала глазки, вырезала щечки. И теперь с помощью клея я своему зайке приклею один глазик, приклею второй глазик, ну и, конечно же, обозначу, где у моего зайчика будут щечки. Приклею их снизу. Сейчас посмотрю, что получилось. Вот такой вот веселый зайчишка у меня получился. Но это может быть не просто зайчишка, а это может быть зайчик сюрпризом. Я могу этого зайчика в туловище положить киндер-сюрприз и подарить кому-то. Могу моему зайчишке вместо киндер-сюрприза положить конфетку. Мы можем с вами нарисовать какой-нибудь замечательный, добрый, праздничный рисунок, скрутить его в трубочку, прикрепить его к нашему зайке и подарить кому-то из своих друзей или близких. А еще таких зайчишек можно использовать как подставку для яиц и украсить ими свой пасхальный стол. Спасибо за внимание!